дом. Плохо ты здесь устроился, Иван. Жену какую красавицу нашел. Дом построил. На жизнь не жалуюсь, полковник. Матрена баба знатная. А вот хозяйство можно еще и подлатать. В общем, чем земля матушка одарила, тому и рады. Как богатыря-то своего назовешь? Ярополком, думаю. Да, хорошее имя. Сильное. Русская. Береги их, Иван. Иван, я же к тебе по делу пожаловал. По-серьезному. Что случилось, товарищ полковник? Лихие времена настали для Руси, матушки. Мы теряем лучших наших людей. Цвет нации. Писателей, артистов, ученых. Офицер! Ты, должно быть, еще не слышал. Вчера они убрали Киркорова. Их убивают по наводке кое-кого из штаба. Да, Иван, среди наших завелась крыса. К сожалению, среди наших людей не осталось солдат, способных остановить предателя. Поэтому я здесь. Для этой миссии мне нужен лучший из лучших. Иван, только ты способен остановить этого человека. Мне очень жаль, полковник, но здесь я обрел мир. Не хочу я больше проливать кровь на землю русскую. Нет ничего, что могло бы тебя переубедить? Нет, полковник. Хорошо, Иван, я понимаю. Рад был тебя повидать. Но помни, ты тоже в опасности. Как я уже говорил, охотятся они на лучших из лучших.
случилось? Все в порядке. Ложись спать.